Мы продолжаем наш информационный выпуск. Продолжается отчетная кампания депутатов Ильичевского городского совета. В среду встречу с избирателями провела депутат Вера Федоровна Доценко. В среду во дворе дома номер 19 по улице Ленина прошел отчет депутата Ильичевского городского совета Веры Доценко. На встречу были приглашены ильичевцы, проживающие на 5-м избирательном округе. Как рассказала Вера Федоровна, в этом году на этот округ была выделена солидная сумма бюджетных денег. Во дворе домов Данченко 5, 5А сделаны огромнейшие работы и по замене канализационного коллектора, и устройство детской площадки, и ограждение, и высадка сосен. В общем, если подсчитать, то это очень большая сумма, почти 250 000. Благоустроен двор по улице Ленина, 23. Сделано освещение дорожки, которая ведет в спортивной школе. Подрезаны деревья, убраны сухостои. И сделано еще много по наказам избирателя. Хотелось бы сделать больше. Может быть, хотелось бы сделать лучше. Но на наш округ из бюджета города выделено почти 1 000 000. Я думаю, что мы должны быть благодарны за то, что нам удалось всем вместе, не только мне, всем вместе, выполнить ту программу, которая была принята на этот год. Заслушав отчет депутата, жители рассказали о проблемах, которые нужно решить. Поднимались вопросы установки лежачих полицейских во дворах, организации парковок, оборудования клумб и другие вопросы, связанные с благоустройством и ремонтом жилых домов. Ленина, 17. Потом делали канализацию. Ничего не заасфальтировали после себя, ничего не сделали. Так и стоит. Сейчас мы депутатов приглашаем туда пройти, посмотреть. Потом вверху на доме крыша, там уже падают камни оттуда. Нам сделали карман на Ленина, 23. Сделали крышу, не доделали. Я надеюсь, раз хорошо сделали, значит, доделают. Сегодня были с горисполкома, были с ЖЭКа, смотрели крышу, определили, что чуть попозже нету жести. Что еще? Карманы, это я вам уже сказала, и деревья, сказали, чуть попозже уберут. Половину работы сделали, половину осталось еще сделать. Надеемся, что все, что начали, закончат, и все будет хорошо. По словам ильичевцев, встречи с депутатами очень нужны и важны. Чем ближе мы будем общаться, что у нас не будет получаться у нас, у жильцов, своими силами делать, будут помогать нам депутаты, и все будет обоюдно, все будет хорошо. Депутат горсовета Вера Доценко по возможности старается помочь ильичевцам, которые обращаются к ней за помощью. Извините, можно вас на секунду? У меня есть приемные дни. Но дело в том, что я работаю в школе из половины восьмого каждый день. Лучше, конечно, в первой половине дня я могу принять, не ожидая ни часов, ни дней приема. Всех жду. Жду подсказки, жду помощи, жду поддержки. Проблемы сами по себе не исчезают, поэтому о них нужно говорить и добиваться их решения. А депутаты городского совета – связующее звено жителей города с исполнительной властью. Их деятельность как раз заключается в защите и отстаивании интересов горожан.